Вот она, медвежья радость. Бисквитный торт с кремом. Изысканный сладкий подарок на день рождения Умке. Косолапому из самарского зоопарка исполнилось 19 лет. Мужчина в самом расцвете звериных сил. Сотрудники зоопарка вспоминают, как Умка попал к ним еще совсем маленьким, в 98 году. Тогда любил пошалить, не давал навести порядок в клетке, отнимал у зоологов веник. А с годами стал спокойным и покладистым. Иногда чешем ему спину, то есть он завешен, он садится спиной к решетке, причем знает, что надо спиной сесть, потому что опасно в других положениях. Спокойный, такой добродушный медведь. Что такое зимняя спячка, Умке неведомо. Кормят в зоопарке исправно, поэтому и в сон не клонит. Каждый день медведь съедает по 15 килограммов каши и 3 килограмма овощей и фруктов. Четверг – сладкий день. Если обычно в кашу для зверя добавляют рыбу или куриное мясо, то раз в неделю главное блюдо подают с сахаром и медом. Посетители зоопарка приготовили для медведя свои пожелания в праздник. Продолжать радовать посетителей, может, медвежат завести. Умка – один из самых весомых обитателей зоопарка. За 19 лет вырос до 3 центнеров. В неволе медведи живут до 50 лет, и у Бурова еще все впереди. Возможно, найдут медведю и спутницу жизни. Тогда есть все шансы, что пожелание завести медвежат сбудется. Марина Кравцова, Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.